Кексы на сливочном масле. Вкусная и очень простая в приготовлении домашняя выпечка, которая украсит любое чаепитие. Берите на заметку рецепт и радуйте своих домашних. Из указанного количества ингредиентов получается 14-16 штук. По желанию продукты можно уменьшить в два раза. Несмотря на то, что рецепт очень простой, приготовить кексы на сливочном масле можно не только к семейному чаепитию, но и к приходу неожиданных гостей. Выпечка нежная, ароматная и очень вкусная. В тесто можно добавить изюм, цукаты или орехи. Ингредиенты. Масло сливочное, 125 грамм. Мука, 230 грамм. Молоко, 125 миллилитров. Яйцо, 2 штуки. Сахар, 150 грамм. Ванилин, 1 грамм. Разрыхлитель теста, 1,5 чайных ложки. Количество порций, 12-14. Подготовьте все ингредиенты. Взбейте мягкое сливочное масло с сахаром и ванилином. Добавьте по одному яйцу, каждый раз взбивая массу венчиком или миксером. Влейте молоко. Перемешайте. Добавьте муку и разрыхлитель. Перемешайте все еще раз до однородного состояния. Тесто готово. Разложите тесто по формочкам, заполняя их примерно наполовину. Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов около 40 минут. Готовые кексы остудите на решетке. Перед подачей кекса можно посыпать сахарной пудрой или полить глазурью. Приятного чаепития!